Друзья, всем привет, с вами Александр Квасов, команда Norfin SPB. Сегодня покажем видеообзор на куртку Norfin Peak. Вот, куртка мембранная, очень легкая, ткань у нее такая мягкая, ну, то есть практически незаметная. Анатомический покрой, то есть совершенно низкое движение. Куртка шуршащая, то есть когда двигаетесь, ну, как она шуршит. Вот. По поводу карманов, значит, на куртке присутствуют два кармана вот здесь сверху. Загрузка идет сверху. Карманы объемные, достаточно большие. Два кармана по нижней части на молнии. Такие нормальные, удобные, хорошие карманы, функциональные. Значит, кармашки закрыты таким клапаном небольшим. Вот. Они не прорезинены. В отличие от центральной молнии, которая прорезинена как раз таки. Значит, ветрозащитный клапан закрывается, сверху кнопка, потом идут липучки. Снизу тоже кнопка. Вот, здесь идет молния, она полностью прорезинена. У молнии один бегунок. Есть внутренний карман. Молния на внутреннем кармане не прорезинена. Объем достаточно большой, то есть рука туда, ну, даже до суда она. Пускаю с кармана. То есть большой карман, хороший. Есть капюшон в данной куртке, предусмотрен. Небольшого объема капюшон. Капюшон регулируется сзади. Классический вариант. То есть здесь есть утяжка резиновая, шнурочек резиновый и обычный фиксатор. Вот. Такой козырек здесь идет, который можно при необходимости убрать, завернуть или наоборот его повесить. В передней части также есть две регулировки, резиновый шнур и утяжки. То есть можно подтянуть, и это дело все будет подрегулировано прямо по лицу вашему. Так, далее. Ворот у куртки высокий, хорошо защищает от ветра и влаги. Теперь, собственно говоря, по нижней части. По нижней части здесь предусмотрены утяжки. Вот здесь они по бокам идут. То есть здесь, здесь можно подтянуть куртку и подрегулировать ее. Рукава затягиваются на вот такие вот липучки. Здесь стоит такая пряжка. Вот. И здесь вот так вот липучки волокно. То есть вытягивается. Ну, в принципе, нормально вытягивается вполне. Еще интересный момент. Вторая внутренняя манжета. Вот так она прошита примерно на середину локтя. Вот. Здесь такая неопреновая вставка, что-то типа неопрена, плотно достаточно сидит, ну и соответственно с пальцем. Можно ее не одевать и использовать это вот таким образом, да, тоже как вариант. В принципе, нормально сделано, то есть влага туда не будет попадать, задувать тоже не будет. Вот. Сейчас покажу внутреннюю часть куртки. Ну, смотрите, вот так это все дело выглядит, то есть по средней части спины идет сетчатый подклад, то есть здесь вот такой подкладки нет полиэстеровой, ну, для того, чтобы лучше дышала средняя часть спины, да? И, соответственно, в области подмышек то же самое. Сделаны сетчатые зоны для лучшей дышимости. Вот. В районе пояса, талии, тоже есть утяжка, шнурок регулировочный. Дополнительно карман есть. Вот здесь. Вот такой кармашек. Не очень большой, но телефон туда поместится. Телефон, там деньги, даже паспорт на языке, если вдруг нужен будет. И с другой стороны, традиционно для Норфина есть вот такой сетчатый карман. Можно перчатки, шапку флисовую туда кинуть или что-то полезное. Куртка очень легкая, удобная. То есть можно сложить ее, потому что место вообще не занимает особого. Вот. Ну, хорошая куртка для города, рыбалки и активного отдыха.